Здрасте. 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 Я готовлюсь к видосу. Ага, я понял. Фрегат маршал Шапошников, запомни. Хорошо. Один из сегодняшних героев нашей телепередачи. Дамы и господа, вы можете наблюдать сцену. Электрик с двумя высшими образованиями скручивает... Два проводка. Потому что что? Потому что мы молодцы. И не взяли мы свет. Ну как, свет-то мы взяли. А вот куда включается свет? Дедовас не в формате шорт, с вами Дед Движ. Здрасте. Верховная Зрада наконец-то родила два закона, по которым ты можешь растаможить свою евробляшку за 1000 зелени. Но с определенными условиями, конечно. Автомобиль должен был... Твоя болячка должна быть от 96 до 2015 года и ввезена в Украину легальным путем не позднее, чем с 31 декабря 2020 года. Ну тут же видно, вот эта часть будет. Ближе к тебе тогда. Ты не можешь вот так вот направить? Нет, тогда вот это все... Вот... А если я сделаю? Тогда ты будешь молодец. Клизму убери. Телефон ближе можешь подвинуть. Теперь вообще булочка. Сейчас отвечу на все вопросы сейчас. Дорогие собратья и сестры, над нами нависла страшная угроза. На землю движется огромный метеорит. Ой, как у меня геморрой, даже больше. Я долго думал и размышлял. Я устал, я... Да не ссыть, у деда есть план. Стрельнем по метеориту, жахнем, и все, проблема решена. Адмирал, от вас зависит судьба человечества. С2, пли, мимо. Да нет, это же не морской бой, мы... А то, что я устал, это серьезное обращение? Ж4, ранил, да? Сейчас не об этом. Приказываю жахнуть со всех орудий по метеориту. Что там у нас в ТикТоке? А, конкурс у кого больше? Сейчас я покажу, сейчас. Только ты телефон бы убрал бы. Ну вот так и вот так вот. И лицом в камеру залазь. Ну, как и весь ТикТок.